Всем привет, дорогие друзья! А перед просмотром этого видео, ребята, я бы хотел сразу сказать, что это не Пиксельмон, а новое прохождение новой карты и не в одиночку. Поэтому, ребята, я думаю, что иногда прохождение карты или какие-то мини-игры, или мультиплеер в какой-то другой игре, или само прохождение какой-то другой игры, в принципе, вполне уместно, потому что мы играем в Пиксельмон на одном сервере, мы играем в Пиксельмон на другом сервере, мы играем в Пиксельмон в одиночке, и целыми днями Пиксельмон, ребята, в принципе, это может надоесть. Поэтому, ребята, если вам не нравится прохождение карты или выживание на острове, то, ребята, прошу вас пропустить просто это видео, а не высказывать свои негативные эмоции по тому поводу, что нету Пиксельмона, а есть какое-то прохождение другой карты. Поэтому, ребята, я надеюсь на понимание и надеюсь на вашу поддержку. Вдруг вам все-таки понравится это прохождение. Поэтому, ребята, всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья. С вами снова я, Эдисон и Данилка. Всем привет, дорогие друзья. Мы продолжаем выживать на загадочном острове. Прям очень загадочным. И мы очень загадочным. Да. Я не кирку, а месть скрафтил. Нахрена? Не знаю, я заговорился. Дай мне все железо, что у тебя есть. На, держи. Я хотел только переплавить. Ну, ладно, ты меня опередил, хорошо. Лучше бы то не есть, делал. То есть, нам походу алмаз нам говорит о том, что его не надо на данный момент добывать. Почему? Ну не знаю, если я меч скрафтил железный. Ну это уже у тебя там причуды. Так. А, здесь что-то. О, тут зомби. Я делаю себе кирку. И, ребята, как мы говорили, мы идем лутать корабль. Корабль, да. Остров тут не очень большой, если так посчитать, сколько тут данжей есть. Есть корабль. Эд, где? Ну сейчас жди, я переправляю же вот этот. А, все. Ты еще переправляешь? Смотри, есть корабль, да? Угу. Потом есть тот данж, что мы нашли вход туда, что вниз спускаться, да? Угу. Потом какая-то церковь есть или... Да не лутай ты, погоди, что ты так не... Иди сюда, я иди сюда. Сундук. Иди сюда, стой тут. Стою. Все. Как каменный, все, стою. Все, не делай ничего. А тут вот бесит, а? Я не успеваю ничего делать, он уже бежит там, роет, ищет всякие сундуки. Да. Все? Вот, ну? Нет, не все, жди. А дай мне 3 железных слитка. Нету, потерял. Гопники избили, да? Забирай. Все. То есть даже. И уголь. Да вот ты. Злюка. Плохой. Сам ты плохой. Тут. Да дай мне сказать, зараза. Тут даже на серии 10 не будет, если честно. Почему? Ну, ты как-то вперед, не знаю, вперед Петьки лезешь. Ну да тут пару данжей, что тут делать бы? Сейчас я подумаю. Данжей толком нету. Сейчас все подумают, что мы на этой карте играли. Да нет, что, мы за одну серию уже ее увидели, облутали практически всю серию. Всю карту. Так, сейчас я тогда сюда. Сейчас я сюда залезу. Еще алмазик. Ты что тут печек понаставил? Это ты там понаставил. Я одну себе поставил, а ты потом еще одну. Ты уже лутаешь там? Ну, я забираюсь на корабль. А кто мне говорил насчет того, чтобы не лутать? Так я не лутаю, это ты побежал. Я вот это забираю. Вещи. Не вещи, а точнее ресурсы лутаю. Я тебя толком не слышу. Я тебя не слышу. Почему? Потому что ты тихо разговариваешь. Нормально я разговариваю. Тут зомби. Врёшь. Очень тихо. Да ё-моё. Может я думал там в этот... Во, сейчас тихо. Нормально. Нормально? Так, здесь сундук тоже. Тут 4 хлеба и одна золотая морковка. Тут что-то кроваток много. Ну так это же пиратский. Опа, иди сюда, иди Ты сюда. Можешь меня ждать, а не бежать? Иди сюда, иди вперёд. Сюда, иди сюда. Вверх. И смотри сюда. Я вижу. Давай, пока это все делай. Я отобью волну, короче, этих зомби. Я еще вместе с ними зацепил, короче, эту летучую мышку бедненькую, которая вообще тут не при делах. Уйди от меня. Так, тут 2 рыбы есть. Ну, рыбу я заберу, слышишь? Тут сундук есть, там 2 рыбы. Все, я тебя сразу же предупредил.
Так, я забрал, я воду не, не забираю бутылки с водой, думаешь, так, нужно? Тут спавнер был опять же. Ё-моё, сколько ж тут их? Тут походу не один спавнер с зомби. А где ты вообще? Дальше пройди, вот сюда, 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 да-да-да-да-да-да. Давай я буду отбивать волну криперов. А, вот, все, не надо. Отбивать, все, я уничтожил. Так, тут что? Нет. Иди сюда, иди сюда. Чё, тут? Ух ты! Ну, тут не очень давно. Это нам, чтобы сажать, мне кажется. All iron ingot. Забирай вот тут уголь с печки. Я тут все заберу, да? Уголь с печки забирай. Сзади, вот. Все забрал. Так, это я выложу нафиг. Я, знаешь что? Я забираю морковку, забираю вот это. Больше, в принципе, смотри, тут больше ничего не пригодится. Как меня эти слаймы бесят, это сдуреть можно. Иди сюда, 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 иди. Я ничего не облутал. О, смотри, вот сюда, посмотри, вот сюда. Вот сюда посмотри. И убедись. Вот, посмотри. Опа, ребята, мы нашли первую голову. Так. Вот, да. Кстати, первую голову, я ее как-то не заметил. Слушай, в дальнем бою, не знаю, ты как в дальнем бою? То есть я хорошо. Нормально. Ну, бери, если хочешь. Вот как я возьму, если ты забрал? Чё, лук? Ну, просто конечно. У меня стрел дофига было, поэтому я и взял. А, золотой меч, но я думаю его оставить здесь. И да, бери просто для коллекции. Я беру вот эту... Я возьму себе... Как это называется? Вот так все сделаю, бери. Я возьму себе вот... А, нет. Хотя... Это я положу. Тут как-то железо не стакается. All iron ingot. Ну там какой-то, видишь, специальный. Это дай мне, я брал себе, поэтому у меня уже стакается. А, ну, железо. Найджи. Взял? Так, да, отлично. Я тогда одеваю вот этот сет. Угу. Так. Ой, что это здесь? Так. Пойдём сюда. Смотри, какой я мод. А, все, я понял. Здесь мы, короче, спуск, где мы поднимались, да, да, да. Походу. Так, смотри, походу. Больше ничего брать не нужно. Rotten Flesh, брать, не брать. Rotten Flesh, ну это этот... Гнилая нет, плоть. Зачем, не надо. Так, от нее мы только потравимся. Я назад побежал, там еще лестница вверх. А, это типа кабина капитана, поэтому тут много вещей и голова. Тут лестница где-то вверх была еще. Назад иди, назад иди. Вот. Иди назад. Зачем? Вот, вот все, вот пошли. Она. Идем тут, вверх. А, сюда, смотри. Че там было? А, нет. Вот тут лестница есть, но я думаю, да, она, да, я тоже. Пойдем назад. Да, иди сюда, на лестницу. Нафига назад, мы уже там все облутали. Во, вот ты какой-то... Ух, нифига себе, смотри. Сокровище пирата. О, Pirate Treasure. Я все это заберу. Забирай, все забрал. Я жадный. Так, тут что? А, тут люки обычные. Fire finds the secrets. Че, все, мы облутали корабль. Fire finds the secrets. Это огонь находит секреты, переводится. Да, получается, да. Файер же это огонь. Может, ну, там... Может, вот, нам намекают... Вот местоимение, что-то такое может изменяться. Там... Я в английском не силен, извини, то, что перебил. Может, нам намекают, что нафиг спалить этот корабль и найдем секреты. Ага. Так. Ну, не знаю. Может, поспим лучше на корабле и днем потопаем домой, потому что что-то. Давай, кажется... ну я думаю, нам слаймы будут мешать, потому что они тут повсюду. Не-не. О, все, я лег. Ты лег? Да. Все, отлично. Спим. Да, спим. Всё. Так, забирай. Да. Дальше, я думаю, нам лучше возвратиться домой. Да, и что-то с домом как бы пытаться что-то делать, а то мы все путешествуем. Этим путем, потому что такими темпами, знаешь, мы закончим быстрее вот этот сезон, чем построим себе дом. Оу, хорошо. Я и говорю, и под конец, чтобы, знаешь, что-то хотя бы для какой-то показухи дом построим. Да, последней серии. Да. С песка или чего-то. У меня же есть уже железная кирка, поэтому когда будешь тоже видеть... Есть. О, знаешь что? У меня тоже. А, в принципе, ты иди, что-то строй, ну, из дома, а я пойду алмазы добуду. Наоборот. Я хотел наоборот предложить, потому что у меня уже два алмаза есть. Буду дальше собирать. Я не силен как бы в этих постройках домов. Да давай, если что, я тебе потом отдам. Ну ладно, давай, тогда иди собирай. Ты уже более-менее знаешь места, да, где они находятся. Крипер, иди ты нафиг.
Так, ты тогда иди, а я попытаюсь что-то построить. Небольшой домик, коробочку. Зачем нам большой дом? Я арбуз нашел, кстати. Зачем? Не знаю, как мы его с тобой не заметили. Ну хотя бы какая-то еда все-таки. Еще один арбуз нашел. Слышишь? Ау. Нам не нужен большой дом, зачем? Тут небольшой сезон, мне так кажется, будет, поэтому. Ну да. Так, я еще нашел. О, я пещеру какую-то я нашел. Я, конечно, без тебя, но я нашел тут, короче, какой-то дачный поселок, не знаю, маленький, короче, очень маленький домик. В нем зачарованная кирка на. Я тпхаюсь. Давай. На удача один, зачарованный лук и конь. И конь. Смотри. А где ты это нашел вообще как-то? Вот, вот он. А я не знаю, я просто бегал, я арбузы собирал. А это под этим под. Но я думал, это где-то намного дальше, знаешь, это под самолетом. Нифига себе. О, еще и деревянный. Нет. Нифига себе, лук, кирка, смотри. Офигеть. Да, я лук себе возьму, хорошо? То, что так, как бы сук. Ага. А остальное так, забирай. Тогда мне стрелы нафиг не нужно. Да, давай. И лук этот забери, кирку да, себе. Да. 48 стрел. Все нормально. И хватит. У меня еще там были. Так, ну думаю, нам лошадь не понадобится. Зачем нам двоим? Одна лошадь. Ну, в принципе, тут остров не такой уж большой, чтобы нам лошадь понадобилась. Оу, что там? Все. Убил? Все. Да, убил. Так, лошадь. Все. Там еще, слушай, Эд, иди вот здесь, вот там, мы вот эту вот расщелину всю не лутали. Как думаешь? Точно. А я как ну, раз... давай не сейчас. Ну да. Давай не сейчас, потом вдвоем пойдем. Если у нас цель поставлена, дом там. И там еще я вижу какую-то табличку, но давай это потом. То есть. А, хорошо. Я сейчас. Как бы тоже не тороплюсь, надо, чтобы все это к это. Если все за одну серию, то. Да. Знаешь что, иди к дому. Иди к дому. Сейчас вот, я арбуз тоже нашел. Потому что я уже как бы возле них. Мне бы все-таки надо было эту кирку взять. Она же на удачу один. Точно. Ну иди туда, к тому дому. Я еще вернусь. Точно. Ты потом, если что, мне дашь кирку, я потом заново пойду. Ну так иди к дому, не к дому, к лошади. Зачем? Иди к лошади, я тебе дам кирку, чтобы больше ресурсов выпадало. Все, я пришел. Вот, на. Ну так тоже, знаешь, каждый раз тпхаться не очень. Не, как бы воспользовались один раз тп, то есть ну, ты да. И я, и все. И больше не будем. Ну как бы, чтобы, знаешь, это... Ну понятно. Ты иди там набивай, а я тут, знаешь, я еще какую-то нашел пещеру. Я, короче, эту кирку буду использовать только для алмазов. Ты, смотри, что я нашел. Ну как бы, ты не что видишь, ты? Но я нашел вот эту пшеницу, уже посаженную, уже выросшую. А. То есть кто-то ее тут оставил для нас. Слышишь? Чё? Я, короче, знаешь, что эту кирку приспособлю только для алмазов. То есть, да. Если ну, да, бы, да, да. Я буду добывать обычный уголь, она слишком сильно будет на угле тратить. Я сундук нашел, идти его лутать. Ну да, можешь, в принципе. Еще крипер, главное не умереть. Мне ничего такого особенного уже не видел, я не удивишь ничем. Но я не буду забирать, потому что у меня, если честно, вообще... Нет! У меня вообще места в инвентаре нету, поэтому... Выкини цветки. Я уже все выкинул, у меня уже самое главное осталось. Я этот сундук лутать не буду, там потом залутаем, говорю. Так, мне два алмаза выпало с одной этой. Ну, замечательно. Сейчас еще один. Потому что действительно сундуки уже нужно делать, и дом у меня уже вообще нету места, если честно. Ну, с одного как-то не выпал еще один алмаз, то есть с двух этих. Ну понятно, там же на первую эффективность зачарована это. Если была бы вторая, третья, там бы, естественно, бы выпадало большим. Так, все, я возле дома. Первым делом нужно небольшой домик. Это первым делом. Хотя бы какую-то коробку, что ли, да? Ну да. Потом, да. Когда только сможешь, прибеги вот сюда. Да, хорошо. Вот сюда, это домой, да? Ну да. Угу. Так, ща. Чего строить? Блин, у меня тоже... С дерева нет обычного? Ну, так хочешь. Но всё больше не взрывает дом. Ну да. Поэтому сейчас построим. И нужно будет уже голову нашу первую поставить. Мы же нашли крипера голову. Да, кстати. Я не знаю, что ты ее сразу не поставил. Я тебя жду, это такой момент. Нужно вдвоем там быть. Чтобы заснять, но... Да, запечатлить. Так, у меня не подбирается это... Золото. Поэтому мне надо... Так,
калмазики. Все, отлично. А, я могу уже выбирать вот этот класс. Знаешь, почему я не мог? Почему? Почему? Потому что это нужно дойти к третьему и четвертому уровню, чтобы это начало работать. У меня 13-й, кстати, уровень. Тогда будешь мне оставлять опыт. Зайди туда, зайди туда. Куда? Ну, в этот, нажми букву L. А, давай тогда кто-то будет танком, кто-то будет бойцом. Давай я танком буду. Танком это варьер, да? Майнер, артисан. Майнер это шахтер. Давай, я... Фишермен это... Я выбрал варьера, ты тоже бери варьера. Ну хорошо. И вот так. Тут нужно распределять. Сворд это урон, дефенс это защита. Ты идешь в защиту, я иду в урон. Угу. Прям РПГ какой-то. Ну, ладно, все, отлично. Лол какой-нибудь, не знаю. Нет, ну это сторонняя реклама уже. Не играйте, ребят, в эту игру. Так же, как и... Вам не нужно говорить, потому что найдутся, кто одну любит, кто другую, и потом будет какашки. С помощью этого видео, да? Да, что? Так, дай-ка я посмотрю новые видео. Не люблю, знаешь. Эдисона и Данилки, ну-ка. Так, о, Дота, пойду скачай, не буду я смотреть. Вот. Нет, я не люблю, когда начинают спорить, что вот эта игра круче то, я вот то, и... Как-то не очень, знаешь. Все, давай закроем эту тему. Да, и лучше вообще не говорить. Лопаты. У меня даже лопаты нету. Сейчас мы ее себе... поговорим о лопатах. Хоть какой-то, но... Какая твоя первая лопата в жизни была? Помнишь? Деревянная. Деревянная? Да. А я не помню. Не, ну я помню давно у меня была... Я не помню, а я помню. Ну я вспомнил, в смысле. Опять тебя фигово начало... Ну это, видимо, из-за того, что я как бы в микро дышу, наверное. Нет, да, или может далеко от микро. А, не знаю. Так, я еще нашел одну местность. Но она небольшая, там два гриба стоит. Во, уже гриба. Нормально слышно. Но это, наверное, с баламутки скайпа, то есть когда ему что придет в голову. А может быть. Так. А нет, костную муку-то я выкинул. Зачем я это сделал? Как я смог? Как я посмел вообще? Вот дурак, а! Путина. Фу, дурак. Так, домишко, где бы тебя построить? Домишко, мне вспомнилась песня, блин, тоже. Я не буду начинать тему. Не нужно. Вообще лучше давай молчать, вообще не говорить, не будем никакую тему начинать. Если найдем алмазы, то кричим сразу. Кричи, да, сразу же. Ари. Мам, я нашел алмазы, да? Сколько ты там нашел уже их? Алмазов 5 штук. Ну, у меня 2, у тебя 5. Твою ж! Да, у меня 2, у тебя 5. Да заткнись ты уже. Знаешь, куда лучше было пойти тебе? Куда? В майнера. Нет, не туда, а в майнера. То есть там дополнительный шанс, что выпадет больше ресурсов. То есть и фортуна, знаешь, на кирке. И выпало еще бы больше ресурсов. Ну, кто знал. Я знал, но забыл. В этом и проблема. Вот и в этом-то и проблема. А ты бы мог догадаться? Ну нет, я в этом моде вообще не разбираюсь. Если бы разбирался, то... Я бы тебя даже не спрашивал. Сам бы выбрал бы в любом случае бы другой класс, потому что майнер бы меня бы надоел бы, мне так кажется. Нафиг его знает. Ну, для карты, что ж поделать. Давай, сейчас запечатлим момент. Ты где? А, вижу. Ну давай. Чай давай. Покушай. Вот тут такой небольшой домик у нас будет. Знаешь, как в такси показывали машину? А я в видео поставлю такую же эту музычку. Давай, я даже уберу весь интерфейс, давай ставь. Ча, подожди. Барабанная дробь. Ну? Барабанная дробь. И. Ты слышишь, что я говорю? И давай. Бам! Первая башкенция. Отлично. С моим текстурпаком, знаешь, ему как будто это не понравилось, то, что его надели. У меня тоже такой, знаешь, такой противный. Снимите меня отсюда. Еще скелет, зомби и Стива башка. Надо все отсюда. А, так. Кстати, алмазики, вот это. Все надо убрать. Иди сюда, ставь где-то кровать. Сейчас,
Сейчас я все это приберу, потому что, блин, тут слишком много лишнего хлама у меня находится. Так вот, если уж говорить, кости я уберу. Я уберу вот это. И думаю, пока... Все. И 1, 2, 3. Во. Небольшой дом, но все же. Так, где у тебя? А, вот. Все. Ну, более-менее, да, так красиво. Так, надо... Нужно поспать. Давай. Все, я лег. Ща. Так. Все. В другой угол ставь. Ты что? Ставь. Все. Дрыхни. Харе флудить, ща мут получишь. Так, ну иди куда там тебе нужно. Дальше добывай. Я надеюсь, не на 3 советских. Не. Куда тебе было нужно? Давай, знаешь что, в следующей части пойдем вот в ту расщелину, о которой ты сказал. Звучит так. Вот когда ты начинаешь, знаешь, скайп как чувствует, когда ты начинаешь какую-то пургу гнать, он тебя тише делает. Вот это так и должно быть. Все, 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 я понял. Понять и простите, ребят. Так. Иди там, делай, что тебе нужно. Я бы хотел бы, в принципе, вот сюда залезть. Так, куда? Ну, я думаю, сюда я не залезу. Тут, короче, такого типа мостика есть. Ну? Неподалеку от нашего дома. Я думаю, сейчас попробую залезть туда. Какого мостика? Вообще, как это возможно? Ну, не знаю, как это назвать еще. Но я так думаю, что это какой-то типа мостик. Вот, а, видишь? Ты об этом. Там да. Железо дофига. Ну, попробуй туда залезть. Так. Я уже думаю, сейчас можно будет на этом закончить. Не рано ли? 20 минут. 20 минут? А первую часть мы сколько там? По-моему, около 25 примерно. Ну побольше, чем да. Эту. Ну, сейчас я посмотрю. Ага. И в следующей части, ребята, мы пойдем в ту расщелину. Там я говорю, какую-то табличку видел, что-то было написано, поэтому может это там... Ты имеешь в виду о той, которую мы хотели, да, типа да, уже... Да. Ну все, я понял. Нет, там, где это был, лазурит, если ты заметил. А, все, который я тебе говорил, да? Все, понял. Так, здесь ничего нет. И если повезет, то там может быть еще одна башка. Может быть. Может, может. Угу, всякое может быть. Так, все, я на этом мосту полазил, ничего нету. Ну вот здесь вот с внутренней стороны моста, где ты говорил, я там железо лутать не буду. То есть там никак не добраться. Ну потом может как-то. Угу. Знаешь что? Иди добудь, как его там, песка и поставь, чтобы он жарился, чтобы стекла сделать. Примерно сколько? Ну стак. Ну хорошо. На запас. У тебя есть железо там в сундуке, ты ложил? Вроде да, штук так 5, если не больше. Я тогда сейчас этот, железную сделаю лопату, тут что-то как-то каменный 3 часа. Ну да. Ну, в принципе, я себе сделал каменную, пофиг. Так, что тут это сюда? А, да, вот как раз одно железо, ну и одна палка, блин. Так, верстак, вот он. Верстак, переноси вот это все в дом. Зачем же мы дом делаем тогда, да? Ты тогда добывай песок, а я пойду добуду камень, чтобы сделать себе пол. Потому что не все же делать из дерева, да? Да-да-да. Чтобы было разнообразие какое-то. Там же где-то у нас была вот эта фигня, не помню. Как она там, расщелина такая... Где, я понял, да. Где лазурит. Какие нафиг? Когда я говорю о лазурите, ты думаешь о чем-то другом. Когда я говорю о чем-то другом, ты думаешь о лазурите. Ну, не знаю, чего у тебя там в голову придет. Ты уточняй. Там, где куча камня. А, все, понял. Куда мы ходили, да, в первую часть? Все, понял. Все, я себе в сворд прокачиваю. Читил. И без меня даже. Вы поглядите, какой нахал. А при чем тут ты? Так, иди там за песком. Я уже сходил. И принес? Конечно. Стак? Конечно. Ну, ставь тогда в печку. Сейчас там мясо проплавится. Пережарится. Ну, пережарится. Проплавится. Нет, до меня не...
Не лезь ко мне, короче. Не жарится, да? Так, а вот это... Ну-ка, все интересное... Можно... крафтить? А я еще могу что-то изучить. О! О, да, можно. Все отлично. Так, ты, у меня 16 уровень. Там ассасин, ну-ка. Ассасин. Дефенс прокачивайся. Точнее, выбери варьор, потом... Майнер. Нет, варьор. Варьор, так. Дан нажимай, да? Да. Ага, нажал. А потом третье по счету. Дефенс. Так, дефенс, ага. Ну и или, насколько и, прокачивать? Или майнинг. Смотри, майнинг это плюс... Это ты быстрее будешь скапывать, то есть дополнительная эффективность. И, а, ну... и шанс двойного выпада ресурсов. Думай там сам. Ну, мне кажется... Я для сворда еще прокачаю, но то нет, есть для меча. Иди лучше в танка. И так как ты лучник у нас, то прокачивай арчери. Угу, где он? А, вот арчери. Окей. Это... Ну, короче. Все, я вкачал, все. Ты же у нас танк-лучник получается. Да. Так. Получается так. Надо, знаешь, взять сундук специально для еды, чтобы не путаться. Ну да, ней, да, да. Или не сундук специально для еды, а просто распределить, сделать много сундуков, знаешь, там блоки, да. Там хлам, да, там да, еда. Да, я понял тебя, да. Было бы да. Так лучше, мне еще кажется. И это все сделаем в доме, зачем мы тогда дом делаем, да? А, ну, сейчас тогда все сломаю. И переноси сюда. Так, ща. Определи место, где у тебя будут. Между, ну, это вот. Между окнами или наоборот, где окна? И промежутки будут у них. Какие? Ну, ща, жди. Ну, примерно куда-то я поставлю вот сюда. Ну, вот ставь, сюда. Я потом перенесу, если что, какая разница. Угу. Во. Все. Сейчас пойду другие сундуки переносить. Давай. Верстак возьму. Все, бери. Так. И потом пойдем дальше башки искать. Башки. Одна уже есть. Крипера. Так. Угу, прикольно. Я думаю, блин, если тут 4 человека играло бы, то под конец можно было бы, знаешь, их все одеть. А, ну. И попрощаться так, знаешь, это. Да, то есть мы нашли головы, всем пока. Да. Было бы как-то немного эпичнее, что ли. Так, мне не нужен твой песок, если честно. Ну, подумай, вдруг понадобится. Так, вот мне еще надо сделать факела. Вот тут у тебя есть 4 факела. Взять все дерево вот это, которое осталось у нас. Что там с этим стеклом? С чем? Со стеклом там пережаривается. И так, вот так. Что у меня? Что у меня? Ты тут... верстак не взял? Не взял. Взял я верстак, он в сундуке. Ну так ставь его. Во, норм. У меня еды уже нету. Так, и сделаем. Так, мне еще дерево нужно. Так, а чё? Ну понятно, короче. Чё там? Переплавляется от бога, но... Ну бери там сколько есть. И выкинь там возле сундука где-то. Да я тебе говорю то, что не переплавляется из-за того, что уголь закончился. Ну то возьми столько, сколько есть. Сейчас я возьму 20 угля. Вот ты печки ставишь, а? Нормально я печки ставлю, что тебе не... Ну! Ненормально. По-странному ты печки ставишь. Почему? А почему в ряд нельзя? Да пусть... Ай. До всего докопаешься, ё-моё. Дай. Чё тебе стекло? Дать? Вот всё у тебя. У меня одно стекло. У меня вообще ни одного. А где оно все, где переплавлялось? Ты чё, так гонишь? Оно не успело переплавляться. Я только поставил, ты сразу же это. Там я же тебе говорю, там я только начал переплавлять, и там уголь закончился. Эх. Ладно. Да, так, дом. Точнее, это как его там. Вот. И дверь. Дверь же нам нужна, как думаешь? Да, нужна, конечно. Или нет? Ну нет, без двери. О! Пусть к нам заходят милые гости, зомби, все дела. Да. Ну слаймы в любом случае не пройдут, но они будут пытаться, как бы они толстенькие, пухленькие, не смогут пройти. Надо купить. Давай уже лучше на этом закончим, уже полчаса серия. Так, кстати, давай. Все, ребята, ставьте лайки, если вам нравится прохождение этой карты, выживание.
Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на канал Данилки. И всем пока. Всем пока, ребят. До новых встреч, товарищи. Пока.